Здравствуйте, меня зовут Владимир Галган. Мы находимся в баре «Твербуль». Это видеозаявка на конкурс «Некрони Челлендж». Я хочу поблагодарить компанию «Компария Рус» за предоставленную возможность приготовить твист на мой любимый коктейль. Итак, что же такое «Некрони»? «Некрони» — это три ингредиента — джин, красный вермут и «Кампари». «Кампари» здесь является самым ярким ингредиентом. Также «Негрони» — это самый известный коктейль с добавлением «Кампари». Я пробовал много разных твистов, но решил остановиться на его оригинальных ингредиентах. Поэтому я решил поиграть с подачей. Что мы и сделали. Наворачиваем шейкер. Для того, чтобы разбавить талой водой наш коктейль. И охладить. Добавляем джин и кампари. И ароматическую горечь и горечь апельсина. Потому что я люблю Негрони в горке. Предпочитаю делать методом пробы. Мне он просто нравится. Но делать это не обязательно, потому что все эти ингредиенты мы потом добавим в сифон. При добавлении сифона мы используем баллон N2O. Обязательно. Охлаждаем и готово. Итак, погружаем замороженный красный вермут в рот. Кстати, не пытайтесь заморозить красный вермут в морозильнике, потому что максимально, чего вы догрейтесь, это снег. Поэтому используйте азот для заморозки вермута. Выливаем наши ингредиенты из сифона. Ложечку для стира. На гарниш у нас будет апельсин с сорбетом из вермута. Осталось добавить аромат свежего апельсина. Для этого мы используем сухой лед и апельсиновый ликер. Окуриваем бокал. И наш Негрони готов. Пожалуйста.